В магазине Epic Game Store проходит масштабная акция с ежедневными раздачами игр. Прямо сейчас пользователи могут добавить в коллекцию шутер Second Extinction. Находится в раннем доступе. Проект доступен сегодня до 7 часов вечера по МСК. Названия игр и следующих раздач не раскрываются, но они уже стали известны благодаря инсайдерам. И если слитый список окажется правдивым, пользователи получат много всего интересного. Перечень с проектами из грядущих раздач опубликовали информаторы с форума The Labs. До этого они правильно предсказывали каждую игру, которая уже была бесплатной в Epic Game Store в рамках новогодней акции, так что поводом недовольства инсайдеров пока нет. Перейдем к списку. Сегодня вечером будут раздавать Humankind, далее Hitman 2 Silent Assassin, Duke Nukem Forever, Vampyr, Horus, Gone Home, Bully Scholarship Edition, пятница 13-е. Хоть это будет среда, но игра называется «Пятница 13-е». 30 числа игра еще неизвестна. Из этого списка я 4 игры не нашел в Epic Game Store, но может будут какие-то переадресации на другие магазины. Из этого списка я бы забрал бы Humankind и немножко бы поностальгировал Hitman 2 и Duke Nukem. Если информация была полезна для вас, подписывайся на канал, ставь лайкосик. И всем до новых встреч. С вами был Розе.